видишь, автобус идет. Он сейчас остановится на остановке. Остановка без кармана для остановки автобусов. Он, соответственно, прямо остановится у нас на дороге. Мы будем... Получается, что мы будем делать? Объезжать его, правильно? Благовременно будем выбирать вторую полосу. Сейчас посмотрим, как это будет на самом деле. Левый поворот не включай, немножко левее бери, да смелее едем, смелее, не бойся. Пошли, 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 видишь, он на полосе остановился. Сейчас правый поворотник, правый или от зеркала, смотри в правое. Вот, включай поворотник, двигаемся. На регулируемом перекрестке поедем направо. Понять, где у нас перекресток, да, мы можем вперед посмотреть. В принципе, мы что увидели? Мы увидели вон, куда идут направления, да, на какие улицы, на Биробиджан, на Кирова, там. Дальше видим Трехгорная, Биробиджан, Кирова. Подъезжая к светофору, к перекрестку, во-первых, мы справа давай ехать по правой полосе, как бы, дели ее зрительно. Не видно линии разметок. Сразу мы обращаем внимание на что? Что ты на столбе видишь, на светофорном? Поворот направо. Еще что? Трамвайную линию. Вот, самое главное. Какой поворот направо? Ой. Это то, что там поехали. Трамваи ходят. Ну, да. Вот и сразу смотри в зеркало сзади по ходу нашего движения. Нету от трамвая? Впереди нет, да? Пешеходы, проезд перекрестка. Нам-то горел зеленый, а сейчас поворачивай, крути на меня руль. А сейчас поворачиваем, он красный горит, да? Но это не для нас красный, поехали. Это красный, вот, который ребята стоят, это для них поперечное движение. Вот многие путают, начинают выезжать, опа, красный увидели и остановились. На пешеходном переходе, да, вы выезжаете, со двора, допустим, в вашу сторону никакого сигнала светофора нет, в принципе нету. А ты выезжаешь на дорогу, смотришь, светофор горит красным, ты должна остановиться. Это примерно сейчас бы мы когда поворачивали, без светофора повернули, горел бы такой светофор. Мы бы левую полосу занимай. И знак какой мы видим? Движение без остановки запрещено. На пересечении проезжих частей. Давай, давай, подъедь, подъедь, еще подъедь. Стой. Все, стоим, курим. Смотри, ты пропускаешь просто здесь всех. Ну, справа, да, нет никого. Слева, смотри, теперь. Где твой поворотник? Ты можешь еще немножко высунуться. Нам сейчас человек справа еще чуть-чуть высовывается. Поехали, 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 не бойся. Когда-нибудь вот при таком маневре такому человеку, который сейчас выехал, в бочину кто-нибудь точно заедет. Все. Вот мы двигаемся. Вот у нас такие дороги. Федеральная трасса, между прочим. Заснеженная. Все, ну здесь останавливаться можно. Где? Где? Везде. Везде. Вот пешеходный светофор, видишь? Угу. Что касается, если мы сейчас бы... Ну, представь, вот отсюда бы выезжали бы. Оба, он говорит красный, то естественно мы бы остановились. И также вот отсюда выезжает. А то был перекресток. Запомни. Вон знак какой видишь? Стоянка запрещена. А остановиться можно? Можно. Что мы сейчас делать должны? Включить поворотник. Аккуратно скидывай скорость, а то мы пропечатаем его. В зеркало смотри, а то вдруг этот бульдозер поедет, а мы думаем, что он стоит. Понимаешь? Вон, посмотри, а то, что перекресток или нет? Вот. Это ну, сейчас давай.
Ну почему пешеход? Вон где автобус едет, микроавтобус белый, с его стороны, в его сторону обращен светофор, правильно? В его сторону обращен светофор, ему будет гореть зеленый, нам будет гореть красный. Это перекресток. Поняла? Или не поняла? Не поняла. Я смотрю по светофорам маленьким, или это неправильно? Каким маленьким? У тебя должен быть круглый, зеленый или красный? Ну, зеленый или красный? Ну. Это пешеход уже, светофоры. Нет. Да они одинаковые, просто их количество. Маленький там, где человечек нарисован, это естественно для пешеходов. Глазок горит. Не, ну вот, смотрите. Это перекресток. В правый ряд уходи, в зеркало смотри. Смотри, почему они все едут, а мы стоим? Нам горит красный, правильно? Ну. Нам горит красный. Значит, поперечное движение справа налево и слева направо горит зеленый. Они могут двигаться в любом направлении. Да. Вот как мы сейчас с тобой поедем в любом направлении, грубо говоря, в смысле прямо, либо направо. Мы поедем-то, конечно, направо. Вот, за светофор мы уезжать не будем, не равняйся ни на кого. Равняйся на свои знания. Смотри, вот горит красный, загорелся зеленый. Выезжаем. И в нашу сторону загорается красный. Но это не нам. Видишь? Да. Это вот кто слева едет и справа. А если мы выезжали сейчас без светофора, и вот такой светофор ты бы увидела даже на перекрестке. Он... Поехала. Ну а как ты хотела в России учиться на вождение ходить? Вот. А если бы ты вот сейчас стояла, где мы на светофоре? Ну там не было бы светофора, а просто поворачиваешь такая направо, в твою сторону светофора нет, поворачиваешь направо и видишь, опа, то что мы увидели, горит красный. То бишь одна секция светофорная все равно, ну опора слева и справа по одной, то бишь две. Все, это пешеходный переход бы считался. Запомни, где-то 4 столбика и более, это перекресток, 2 столбика, это пешеходный переход. Поняла? Вроде да. Понятно, опять никогда ты не поняла. Как это сложно, Андрей Александрович? Да чего сложного-то? Ну, смотри. Да для меня что-то везде, вот если перекресток, все, там есть. Тихо, разгоняешься. Что-то ты там прям меня. Я, конечно, всю жизнь мечтал, чтобы меня девушки волновали, но не так. Ну, смотрите, ну вот перекресток. Ну, это не перекресток, да? Почему? Ну, перекресток. Сейчас подъедем и посмотрим. Не газу. Тихо. Отпусти ногу. Спасибо. Кратковременным нажатием надо вот так тормозить. Это перекресток. Ну, посмотри внимательно слева, откуда люди выезжают. В их сторону обращен светофор. Ну, обращен в их сторону светофор. Вот эти маленькие. Ну, это пешеходный был. А у них вон. Так. У них в той части был обращен. Вот я стою на выезд, на вот эту трассу. Мне горит красный. Мне загорелся зеленый, я поехал. Ну, что не понимаешь? Как? Это регулируемый перекресток. Конечно. Он же, не разгоняйся, тормози. Дорога прям блестит, как... Не буду говорить. Вот тоже перекресток. Поехали. Смелей. Ну вот тоже, если выезжают, к ним обращен. Вот, да, видишь, у него обращен, конечно.